Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Оснащение приборами учета коммунальных услуг идет низкими темпами. В Кирове общедомовыми приборами учета электроэнергии оборудовано лишь 32% жилого фонда. Тогда как, например, в Афанасьевском, Унинском районах и в Зато Первомайске этот показатель равен 100%. Низкими темпами оприборивание идет также в Слободском и Кирово-Чепецке. Наиболее активно идет оснащение коллективными приборами учета тепловой энергии. В этом направлении завершены работы сразу в 20 муниципальных образованиях, сообщает пресс-центр областного правительства. Дайджест недвижимости. Жилищная инспекция напоминает о необходимости раскрытия информации. Это касается управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. В соответствии с законом они должны размещать в интернете всю необходимую информацию, касающуюся управления многоквартирными домами. Вся она собрана на едином сайте www.reformajkh.ru. В этом году инспекция уже вынесла 14 постановлений о привлечении к ответственности за несоблюдение этого требования. В июне арбитражный суд оставил в силе постановление инспекции о наложении штрафа в размере 250 000 рублей на управляющую компанию одного из районов области. По данным портала Росреалт, средняя цена квадратного метра в Кирове – 44 тысячи рублей. Рост по сравнению с прошлым месяцем составил около 1,5%. Средняя цена за дом в пределах Кирова составляет 3 300 000 рублей. Аналогичные цены на недвижимость в соседней республике Мариэл. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.